Тут бороды не хватает и все. И сколько вы говорите, пленочка простая? 16 лет. Ну, 17 лет получается. Да, 17 лет эксплуатации пленки. Да. Вообще обалденно. Вид у нее, конечно, хороший. Не, ну это все было, конечно, импортное, не наше. 17 лет пленочка прослужила. И вот за 17 лет просто потеряла свой немножко внешний вид. А гидроизоляцию не потеряла. Бомба. Лучше пленки бывает только пленка. Текстиль даже внутри сухой. Друзья, всем добрый день. С вами снова Дмитрий из компании Кирпул Бассейны. И как вам качество пленочки? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Демонтировали пленочку, обратите внимание, в каком состоянии геотекстиль. Реально в идеальном состоянии, сухой, не гнилой, идеальный просто текстиль. Ну, соответственно, мы его демонтировать не будем, оставим, вот прям будем поверх его монтировать нашу 3D пленку. Итак, друзья, хочу еще раз вам напомнить, что в этом бассейне пленочка проэксплуатировалась 17 лет. И за 17 лет она гидроизоляцию не потеряла, а потеряла свой внешний вид. Поэтому наши клиенты решили поменять эту пленочку на 3D пленку. Ну вот, закончили мы с текстилем. Набили углы наверх. Это вот старые, которые были, вот новые мы набили. Мы приступили к пленке. Немножко развесили, Максим варит стыки. Так вот получается. Имитация мозаики. Ну вот так вот стык выглядит. Ну вот и все, друзья, мы закончили объект. Обратите внимание, как шикарно смотрится 3D пленочка. В следующей части мы поедем, снимем ролик, когда этот бассейн будет с водичкой. Поэтому, друзья, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчики, чтобы не пропускать интересные, а главное полезные видеоролики. Всего вам доброго!